Привет, друзья! Татьяна Догилева, известная российская актриса театра и кино. Артистка обрела славу еще на заре своей карьеры, однако ее жизнь была далеко не безоблачной. Она прошла через непростые жизненные испытания, но ей удалось с ними справиться. Татьяна Догилева появилась на свет в 1957 году в Москве в обычной рабочей семье. С самого детства девочка играла в театральных постановках, а в 14 лет она стала посещать студию юного актера на центральном телевидении. Там она окончила курсы по актерскому мастерству. После окончания школы девушка решила связать свою жизнь с актерским мастерством и поступила в ГИТИС. Уже во время обучения в театральном вузе Татьяна стала сниматься в эпизодах. Получив диплом, молодая актриса стала служить в театре имени Ленинского комсомола. Кроме театральной карьеры, Догилева начала активно сниматься в кино. Изначально Татьяне доставались лишь мелкие роли, однако, несмотря на это, девушка вкладывала в свои образы душу и ответственно подходила к своей работе, и ее старания были оценены. Впервые Татьяна Догилева полюбила молодого человека Мирослава из Нитры. Парень-словак признался девушке в любви в письме. Любовная переписка длилась в течение 2 месяцев, однако вскоре отношения на расстоянии стали угасать. Однако этот роман она запомнила на всю жизнь. Также Татьяна Догилева была влюблена в своего однокурсника Юрия Стоянова. Между молодыми людьми вспыхнул краткосрочный роман. По воспоминаниям самой актрисы, Стоянов был настоящим красавцем, и она была удивлена, что молодой человек выбрал именно ее. Во время их отношений успеваемость девушки значительно снизилась, что очень расстроило ее маму. Женщина даже попала в больницу с сердечным приступом. Тогда Татьяна попросила Юрия сбавлять обороты, но все это в итоге привело к расставанию. Впервые актриса вышла замуж после окончания театрального вуза. Ее избранником стал мужчина по имени Александр. Их знакомство случилось на съемках дебютной картины «Безбилетная пассажирка». Однако семейная жизнь пришлась девушке не по вкусу. Вскоре супруги поняли, что они совершенно разные, и спустя 3 месяца после заключения брака они развелись. Вторым супругом актрисы стал сатирик Михаил Мишин. В их браке появилась на свет дочь Екатерина. Однако после 18 лет совместной жизни Татьяна и Михаил расстались. Развод родителей стал ударом для их общей дочери, девушка начала страдать от худобы, с которой боролась в течение 2 лет. Из родных людей у актрисы осталась лишь одна дочь. Отца актрисы не стало из-за рака, мама из-за инсульта, также вскоре не стало и брата актрисы. Женщина очень тяжело переносила уход родных людей, так в жизни актрисы появились крепкие напитки. Артистке даже пришлось обращаться за помощью к специалистам, чтобы избавиться от вредной привычки. Также поклонники актрисы заметили, что она заметно поправилась. Общественность встревожилась, однако Татьяна уверяет, что изменения во внешности – это лишь проявление возраста и тяжелого графика. Татьяна Догилева все так же продолжает сниматься в кино и радовать зрителей своим появлением в кадре. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.